Парни, привет! Мы вчера проиграли кубок бруталом. И вы сами видели игру. Она была интересной. Вот про такие игры я на самом деле говорю именно так. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Это был тот самый кубковый матч финала, как это бывает зачастую в кубковых играх. Безошибочные команды выигрывают, и я поздравляю бруталов. Это, я считаю, что это самый сильный клуб на сегодняшний день в России, который доказал на дистанции своими результатами, что они таковыми являются. Значит, ну, что я хотел бы отметить, важно. После таких матчей, там, получается, кубок, это был очень длительный процесс. Это была групповая стадия, потом плей-офф, очень много матчей выиграно, и тут бац, в конце проигрываешь. После таких матчей очень многих начинает бомбить. Каким образом? Блин, ну что объяснять? Тут даже бывает, что команды начинают разбегаться. Там настолько вот там ссоры, эй, вот так вот ты, да ты все. Расскажу нашу реакцию. Первые пару минут мы там, ну, кто-то извинился за ошибки, кто-то извинился за то, что орал. Я, допустим, извинился за это. Ну, то есть там сказали, вот, не забили, нам забили и так далее. Ну, это буквально первые пару минут. Потом, следующие минут 10, это было, это были слова, которые игроков, которые, в принципе, подвели итог сезону, квинтэссенция. То, что это шикарнейшая команда, и это большая удача и успех играть в этой команде. Мы на самом деле все считаем, что, ну, большинство из нас точно считает, что это самая лучшая команда, что мы находимся в нужном месте, в нужное время и получаем удовольствие от игры. Это важнее, ребят, побед. Важнее побед создать именно такой коллектив, где после таких поражений вы себя чувствуете именно командой. Всем большие успехи!